Солидная вывеска не значит легальный бизнес. 19 бочек с сомнительной жидкостью, которая продавалась как пенный напиток, обнаружили эксперты областного Минпрома, нагрянув с проверкой в один из магазинов на улице Гагарина. Выяснилось, электронная система слежения производства и оборота алкоголя ЕГАИС их не прослеживает. А значит, владелец магазина не платит налогов. Речь идет о серьезных суммах. Почему губернатор обеспокоен данными вопросами, что бюджет не пополняется, а пива очень много? И вот если не платится, вот как вот в данный момент, да? Первый вопрос. Ну, акциз не был оплачен. Вот с 800 литров они должны были оплатить сколько там? 160 тысяч, грубо говоря, акциза. Естественно, это не оплачено. Поводом для проверки магазина послужил сигнал местных жителей. Те заподозрили, что пиво продается с нарушением закона. Оказалось, магазин уже полгода торгует напитками, неучтенными в государственной системе контроля. Нами сейчас будет изъято 19 кег пива и пивных напитков, которые находятся на реализации без сопровождения системы ГАИС. На владельца торговой точки будет составлен административный материал по двум статьям административного кодекса и материал переданы в суд. Хозяин магазина в этом бизнесе не новичок. Это уже четвертое нарушение закона с его стороны. Предприниматель винит во всем сбой в электронной системе контроля продаж. Специалисты уверены, это невозможно. Система ЕГАИС надежна. Нужно только вовремя заполнять таблицу поступления расхода продукции. В итоге нарушителю придется заплатить штраф несколько десятков тысяч рублей. Понесут ответственность и поставщики продукции, которые по серой схеме продавали напитки. Им грозит лишение свободы. Сергей Кизоркин, Николай Епифанов. События.